Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня снова все на проекте Mozilla Freeplay, это второй сервачок, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, мы вместе с вами наконец-то вкачаем 100-й скилл долябойщика. Легендарный просто момент, потому что я как бы начал с нуля играть на проекте, ну точнее на втором сервачке, и уже буквально через 4 месяца у меня почти уже 100-й скилл долябойщика, поэтому я считаю это очень круто, и это нужно как бы записать. Также в этом ролике я вам расскажу, как обстоят дела, получается, с нашей компанией, потому что она как бы никуда не пропала. Я ей все еще занимаюсь, я ей не продал, поэтому я вам покажу наши успехи, сколько я заработал на компании за все время ее владения. То есть видосик реально будет насыщенный. Тем более, давно не было будни дальнобойщика, я думаю, вы соскучились. Я надеюсь, это ваш максимальный актив. Давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто планирует играть на проекте Mozilla Freeplay, и конечно же есть мой промокод, пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Ну что ж, я думаю, можно начинать. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, как я и сказал, мне осталось совсем немножко, чтобы вкачать скилл. Давайте я вам это продемонстрирую. Дальнобойщик, 99 уровень, и мне осталось сделать 20 рейсов. То есть 15 ноября я начал качать скилл с нуля, и вот сегодня, 26 марта, я вкачаю 100-й скилл дальнобойщика. То есть за 4 месяца с хвостиком я вкачал 100-й скилл дальнобойщика. Ну еще не вкачал, сейчас это все будет в процессе, пацаны. Нам нужно сделать 20 рейсов. Как бы да, это конечно немало, но постараемся сейчас быстренько взять короткие рейсики и быстренько вкачать скилл. Хочу заметить, пацаны, то, что я как бы не особо задротил, я не сидел там каждый день по 10 часов, не катал, то есть балаву я вообще неделю не катал. То есть, знаете, в чем прикол? Когда я работал на магнуме, у меня был магнум, первый чип, нитро, то у меня вообще не получалось нормально качать скилл. Я в день делал 50, там, 70 рейсов. Но после того, как я купил себе газон, получается, у меня просто все пошло очень быстро, я буквально там за месяц апнул 30 скиллов. Мне кажется, если бы я все еще катал на магнуме, у меня был бы там, ну, 70-й скилл долябойщика, потому что на магнуме качать скилл для меня было как-то очень сложно, тем более с первым чипом. А вот на газоне вообще просто шикарно, я реально даже не устаю, когда на нем работаю, то есть реально могу там час, два, три, четыре работать. Так, даем тапочку в пол, нитросик. Если что, у меня газон, пацаны, третий чип, аудио, нитрогидравлика. Для тех, кому интересно, давайте я вам покажу ПТСик, чтобы вы как бы сами наглядно все видели. То есть, да, вот такой вот газончик, пацаны, реально очень хороший. Я на нем накатал уже 45 тысяч километров, пацаны. Но, я повторюсь, пацаны, я не особо задротил. То есть, если я прям бы хотел, прям задротил, мне кажется, я бы мог бы на 2 недельки раньше даже вкачать спокойно, реально. Просто, знаете, тоже надоедает постоянно катать, как бы я этого не отрицаю. То есть, катаешь, 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 и когда ты неделю, допустим, катаешь подряд, ну, тебе, ну, реально надоедает. То есть, именно постоянно дально не катал. То там на ВЧ пошел, то там Урабы, Уралы грабили, то еще чем-то занимались, короче. 24/7, пацаны, если что, я не катал. Поэтому, пацаны, мой вам совет, реально, мой вам совет, если хотите быстро прокачать скилл, реально, максимально просто быстро, покупайте газон с третьим чипом. Не обязательно третий чип нитро, можно даже просто третьим чипом, потому что частенечко как бы нитро пропадает, можно как бы и без нитро покупать. Но с газоном, пацаны, реально, намного легче, намного проще работать и качать скилл. Поэтому мой вам совет, если вы хотите максимально быстро прокачать скилл и зарабатывать хорошие бабки, то покупайте себе газон. Я не знаю, пацаны, у вас сильно будет лагать на видосе или нет, просто у меня последние несколько дней очень сильно скачет пинг. У меня обычно пинг там 40-60, а вот последний день у меня пинг 120, 130, 150, 200, 250, поэтому у меня бывают какие-то жесткие лаги, фризы, поэтому, если что, заранее, пацаны, извиняюсь. Я не могу никак это пофиксить, как бы. Это, в принципе, не от меня зависит, мне кажется. Сколько было стримов, сколько было серий, там, будни дальнобойщика, там, и так далее, понимаете? Но это реально жестко просто. Мы к этому все шли, и все за этим наблюдали, то есть, как я качал скилл, все интересовались. Вот реально, пацаны, кто сидел на стримах, кто смотрел все видосы будни дальнобойщика, то отпишите, пожалуйста, в комментариях, мне интересно будет посмотреть, кто вообще за этим наблюдал и кто это вообще смотрел. Потому что я помню, на стриме на каждом просто все спрашивали, какой у тебя скилл там, сколько ты уже заработал, сколько ты зарабатываешь, как ты быстро качаешь скилл там и так далее. То есть, ну реально, многие этим интересовались. И, пацаны, я
прошлым летом, получается, снимал видео, как быстро прокачать скилл дальнобойщика. И если вы на этом ролике покажете хорошую активность, я запишу повторное видео, где уже подробнее все расскажу, потому что я сам прошел этот путь от нуля и до конца, понимаете? От первого скилла и до сотого. Я прошел полностью этот путь, и мне есть чем вам как бы поделиться, что вам подсказать, рассказать. Если в этом ролике будет хорошая активность, то я запишу такое видео. Потому что прошлое видео набрало очень много актива и просмотров, и поэтому, если вы захотите, то я сниму, так сказать, ремейк этого ролика, то есть как-то, может быть, что-то новенькое для вас расскажу. Также, пацаны, я думаю над тем, чтобы, получается, поработать час. Да, это уже 100 раз я, в принципе, снимал и показывал, но на газоне, по-моему, я такого еще не делал. И поэтому было бы неплохо, чтобы я, как бы, вот сейчас качаю этот скилл. Если вы захотите, я могу записать видео, где я час буду работать и брать только большие скиллы. Там 80-е, 90-е, 98-е и 100-е. То есть чисто буду катать час на бабки. Будет вам такое интересно или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, пацаны, нам, как бы, написал то, что вот как бы ваш уровень мастерства работы был повышен. Да, просто это случилось. Я, пацаны, вкачал 100-й скилл дальнобойщика. 100-й уровень, ёб твою дивизию. Пацаны, за 4 месяца с хвостиком я это сделал. Я считаю, что это победа, как бы, ну, это реально круто, потому что я к этому шел, и у меня наконец-то это получилось. Я хотел в этом месяце добить 100-й скилл. Я, в принципе, это сделал, потому что у меня там, ну, время появилось свободное, поэтому, как бы, я последние 3 дня был занят тем, что я качал скилл. Можете, как бы, меня поздравить в комментариях. Теперь у меня 100-й скилл дальнобойщика. Давайте, может быть, поищем где-то соточку взять. Ой-ой-ой. Соточка, пацаны, залетела, родная. Наконец-то мы вкачали 100-й скилл дальнобойщика. Ну, реально, я говорю мы, потому что, как бы, я много стримов делал, много реально серий, где мы, как бы, качали скилл, и, наконец-то, спустя 4 месяца, как бы, мы, как бы, это сделали, просто, мы вкачали соточку, просто, соточка залетела, пацаны, реально, так, спокойно, на расслабоне, на чиле, с кайфом, просто залетела сотка, 100-й скилл. Короче, что я хотел сказать. Катать жестко на 120 скилл, пацаны, я не буду. Просто буду катать, и оно как-то по себе будет, как бы, качаться. Потому что особо смысла качать нету. Потому что, если мы даже посмотрим, не знаю, где у нас рейсы большие есть. Вот, допустим, южный, да? Нету тут даже 120-го, 110-го нет. Вот, открываем Блэдкарена. Вот, 110-й есть, как бы, да. Но, понимаете, был бы там, знаете, хотя бы, ну, 101-го скилла там рейсы, 105-го, 107-го. А так есть только рейсы 110-го, 120-го и 150-го. И их, как бы, не особо много, поэтому прям большого, в принципе, желания качать 120 у меня, в принципе, нету. Да, платят бабки хорошие, конечно, ну, пацаны, 72 тысячи, ну да, конечно, 72 тысячи, это было бы, конечно, очень даже неплохо. То есть, да, это реально круто, но прям огромного желания у меня нету качать до 120-го. Конечно, было бы неплохо, но постепенно оно само, как бы, будет качаться. Ну, будет скилл качаться, потому что, чтобы мне вкачать 101-й скилл, мне нужно сделать, пацаны, 700 рейсов. А как вы понимаете, это на самом деле много. Чтобы вкачать один скилл, ну, надо будет потратить где-то недельку, пацаны. Реально, где-то недельку придется потратить, там, хотя бы сотку рейсов в день делать, чтобы вкачать 101-й, допустим. Пацаны, меня, знаете, что очень радует, то, что нету теперь лимита, потому что раньше был лимит. Вот, допустим, ты вкачал сотку, и все, как бы, у тебя лимит, ты не можешь дальше идти. А сейчас, как бы, 120-й есть, но его вкачать очень сложно. Но все равно радует то, что ты будешь катать не впустую. Ты хоть и катаешь, у тебя потихоньку будет скилл, как бы, качаться. Ну что ж, дамы и господа, давайте теперь поговорим про компанию, получается, что с ней вообще происходит, как бы, как она работает, не работает там и так далее. Я вам сейчас это все покажу и расскажу, в принципе, чтобы вы знали, потому что про компанию давненько не было никакой информации, как бы, компания до сих пор у меня, как бы, я ее не продавал, то есть вот наша компания, владелец я. Мы понемножку награды копим, конечно, не так быстро, как раньше было и как хотелось бы, но потихонечку, как бы, копим, потому что сейчас много, как бы, разных компаний, конкурентов. Пацаны, все хотят, как бы, заработать, поэтому вот, в принципе, вот такие вот делишки. Но в любом случае, пацаны, компанию я продавать не буду, как бы, всех принимаю, всем помогаю, как бы, у нас есть и премии за топы, есть и премии за то, что ты накатываешь 100 тысяч за день, то есть сотку накатываешь, как бы, и получаешь 500 тысяч. То есть у нас максимально хорошие условия, мало того, что я плачу личкам, я еще за каждый топ, каждому, кто работает, плачу по 100 тысяч, поэтому, кто желает, можете к нам приходить. А я накатал
за все время 4 395 тысяч. Вот как бы тоже пацаны тут работают. Вот Ричард вообще у нас самый ебнутый работник в мире, блять. Потому что он катает дохуя просто. Реально дохуища. У него уже 103 уровень дальнобойщика. И он накатал, ну, на лям больше, чем я, пацаны. Да и в целом, пацаны, не буду каждого показывать. Всем просто огромное спасибо, кто работает. Я уже не раз это говорил, то что как бы без таких людей, без моих подписчиков, моих друзей и знакомых, у меня бы ничего в принципе не получалось. Поэтому всем, кто у меня работает, всем просто огромное спасибо и низкий поклон. Ну что ж, дамы и господа, какие у нас вообще планы, как бы? Компанию я не планирую продавать, то есть я планирую ей заниматься, потому что, ну, мне это нравится. То есть мне нравится катать рейсы, мне нравится, как бы, платить бабки, мне нравится вместе катать, знаете, типа, топ, давайте заберем туда-сюда. То есть мне нравится заниматься компанией. Я, конечно, мог бы там сделать обмен, продать компанию, продать магнумы и купить себе какой-то бизнес, там, 24/7, либо оружейку. Но, пацаны, пока что я в этом смысла не вижу. Пока мне нравится этим заниматься, я буду этим заниматься и, как бы, работать дальнобойщиком, развивать компанию, копить деньги там и так далее. Всем просто огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите ко мне на второй сервачок, буду всем рад, могу вас принять, как бы, в компанию, в семью. Семья у нас тоже хорошо развита, поэтому можете, как бы, к нам приходить. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.